Соединенные Штаты официально уведомили Турцию об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Об этом в четверг сообщило агентство Анадолу со ссылкой на источник в Пентагоне. Отмечается, что данное решение связано с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Американские власти аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года. Но согласовали его с 7 оставшимися партнерами по проекту – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. По условиям программы Анкара брала на себя обязательство купить 100 самолетов пятого поколения и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. 24 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что Анкара не отказывается от закупленных у России зенитных ракетных систем С-400, но готова обсуждать с США будущие закупки вооружений.